Легкоатлетический манеж в эти дни принимает финал первенства России по тайскому боксу. Участие в масштабном событии принимают 400 спортсменов из 47 регионов страны. Для Тюмени национальный турнир в этой дисциплине первый в истории. Подготовка шла более 2 месяцев, все поэтапно, то есть, так что нет такого, чтобы там сильно сложно, просто поэтапно выполнять каждую задачу подготовки и, соответственно, вот результат. Бои проходят в 2 возрастных категориях – 14-15 и 16-17 лет. Случайных туристов на празднике тайского бокса нет. Если раньше можно было сказать, что да, там Кузбасс и Дагестан между собой конкурируют за командное первенство, то сейчас очень сложно сказать. Конкуренция во всех весах и от всех регионов очень серьезная. По итогам турнира, который завершится в воскресенье, будет сформирована сборная России для участия в первенстве мира, которое пройдет в турецком Белике. В нее попадет победитель каждой из весовых категорий.